Физкульт, привет, друзья и ученики! Я уже не раз снимал видео и писал статьи о травмах плечевого сустава, о том, как с этим бороться, как этого избежать, как укреплять суставы. Недавно, и вы это знаете, я делал МРТ, и мой левый плечевой сустав нуждается в операции. Да, уже никаким способом его не восстановить, разве что ударными дозами гормона роста. И, естественно, это накладывает определенные отпечатки на мои тренировки. А тренировки я не прекращаю, несмотря на то, что постоянно испытываю дискомфорт, боль в левом плечевом суставе. МРТ показало, что больше 50% манжетки вращательной плеча надорвано. А вращательные мышцы на самом деле и составляют сам плечевой сустав. Поэтому действительно приходится очень тщательно выбирать тренировочные программы, конкретно упражнения. Но даже в упражнениях я пытаюсь находить плюсы, которые помогают мне тренироваться. Я уже не раз вам говорил, что если у вас плечевые суставы проблемные, если вы не хотите иметь проблем с плечевыми суставами, не нужно ставить их в неудобные, невыгодные для них позиции. Особенно если растяжка вашего плечевого сустава оставляет желать лучшего. Каким образом можно избежать проблем с плечевыми суставами? Во-первых, выполнять упражнения с гантелями, а не со штангой. Да, кто смотрит мои видео и читает статьи, знает, что когда мы работаем со штангой, руки образуют с грифом определенную раму. И плечевой сустав вынужден двигаться в неудобной, некорректной амплитуде по вектору, который задается этой общей рамой. Когда вы работаете с гантелями, вы можете подстроить амплитуду движения идеально под себя. Это я знаю на себе, потому что сейчас я продолжаю делать жимы, делаю их с гантелями. И что удивительно, когда я жму штангу, я очень сильно теряю в силе. Но тем не менее, при работе с гантелями я практически не потерял в силовых показателях. Что для грудных мышц, то же самое и для дельтоидов. Поэтому, ребята, настоятельно вам рекомендую работать с гантелями. Но сегодня я покажу вам одну систему, которую открыл для себя совершенно случайно, и она помогает мне выполнять работу, серьезную работу, и подтягиваться, и делать жимы для дельт. В чем хитрость? Хитрость в том, что мы будем с вами делать подтягивания. Делать жимы для дельт. В чем хитрость? Хитрость в том, что мы будем с вами делать подтягивания и жать гантели сидя. Как это работает? Мы не будем сначала выполнять все подходы для подтягиваний, а потом переходить на дельты или наоборот. Нет, нужно работать следующим образом. Сначала мы делаем разминку для подтягиваний. А вы помните, я уже снимал об этом видео, делал статью, что перед тем, как запрыгнуть на турник, если вы хотите, чтобы ваши брахиалисы, чтобы сухожилия локтевые не пострадали, нужно подготовиться. И лучше всего в этом поможет тяга вертикального блока, где с самого легкого веса вы можете постепенно подготовить себя для подтягиваний. Затем выполняем один подход подтягиваний до вашего предела. После
чего мы идем на жим гантели стоя. Выполняем 3-4 разминочных подхода с постепенным повышением веса, начиная, естественно, с самого маленького. И выполняем один хороший, тяжелый рабочий подход, когда жмем гантели сидя. Еще такой нюанс. Об этом очень давно я еще снимал видео, может быть, многие этого не видели. Советую вам найти видео, как выполнять упражнения сидя при проблемах с позвоночником. У меня также есть межпозвоночные грыжи, как и у большинства из вас, но тем не менее я нашел способ, как жать сидя и выполнять любые упражнения сидя. Дело в том, что нужно снимать нагрузку с ягодичных мышц. Мы практически не сидим, упираемся верхом спины в край скамьи, а ногами давим в пол. И получается у нас как бы две точки соприкосновения, это ноги и верх спины. Ягодичные мышцы практически просто касаются лавки. Из этого положения нужно сжать гантели вверх. Затем мы с вами поочередно выполняем подтягивания, отдыхаем, выполняем жим сидя. Отдыхаем, выполняем подтягивания и снова после отдыха переходим на жим сидя. Нужно сделать так 4 рабочих подхода. Не забывая о том, что один подход в подтягиваниях мы уже сделали и один подход в жиме гантели сидя мы тоже сделали. Общее количество подходов будет равняться 5. Вы можете почувствовать легкий дискомфорт во время выполнения данного комплекса, но уже после первой тренировки вы почувствуете, как ваш сустав чувствует облегчение. Вы будете меньше испытывать дискомфорт. У многих пропадут болевые ощущения полностью. У меня, по крайней мере, на очень долгий срок снимается дискомфорт с плечевого сустава. Обычно я всегда чувствую легкий дискомфорт. Какие нюансы? Нюансы. Гантели. Когда вы будете сжать гантели, необходимо находить положение кистей, которое вам удобно. Не забывайте, что нельзя опускать гантели ниже уровня ушей, чтобы не перерастягивать плечевой сустав. Особенно, если у вас уже есть проблема. Играйте положением гантели, и вы найдете удобный, именно безболезненный, вариант для жима гантелей вверх. Я вам гарантирую, это может быть даже параллельный хват, но вы будете сжать, и ваши гантели будут работать на вас. Ваши дельты будут прогрессировать. Что касается в подтягиваниях. Если вы заметили, я часто подтягиваюсь то в верхней амплитуде, то в нижней. Просто это обусловлено тем, что я нахожу на сегодня для себя тот безболезненный участок амплитуды, при котором я могу комфортно работать, подтягиваться, при этом не испытывая чувства боли или дискомфорта. Иногда бывает, что плечо болит настолько сильно, что я не могу найти участок амплитуды в подтягиваниях для себя безболезненный. И я нашел другой выход. Опять-таки, тяга вертикального блока, но с большим нюансом. Я делаю его на блоке, где каждая рука независимо работает отдельно. Да, не большая металлическая палка, которую вы тянете на себя, а две независимые рукояти, которые в принципе даже лучше, чем подтягивания, потому что нет вот этой рамы. И в этом упражнении, как ни странно, только играя как в жиме гантелей сидя положением кистей от параллельного до полного развертывания, я могу работать в полной амплитуде, без особого дискомфорта. Естественно, веса у меня легче, чем были до проблем с плечевым суставом.
Попробуйте этот комплекс. Не забудьте отписаться в комментариях после того, как вы его опробуете. Не спешите. Плавненько переходите к серьезным весам. Самое главное, найдите для себя удобное положение кистей в жиме гантели сидя. Найдите для себя удобный участок амплитуды, верхний, нижний, средний в подтягиваниях. Найдите для себя положение кистей в подтягиваниях от обычного до параллельного или пронированного. Играйте этими нюансами, и вы сможете полноценно и качественно тренироваться. Если у вас уже большой стаж, и вы чувствуете, что ваши веса упали, не переживайте. На самом деле в этом нет ничего страшного. Естественные уровни тестостерона падают у нас с вами. Мне уже за 40, естественно, у меня сила не такая, как была в 20 лет. И если вы не хотите, как вся Америка или Европа, переходить на гормонозаменительную терапию, то делайте поправки в своем тренинге. Просто немножечко убавляя, корректируя рабочие веса. Но при вашем опыте, при вашей силе, вы не будете терять в качестве тренинга. Наоборот, вы больше сможете концентрироваться именно на работе мышц. На работе как раз таки заданных мышц, которые мы с вами тренируем. А в очередном видео, в ближайшем, я расскажу вам о том, как стать шире. Покажу вам комплекс, который целиком и полностью направлен на то, чтобы сделать вас шире. Друзья, увидимся в тренажерном зале. Берегите себя.